«Я знаю, что мне повезет». Мне кажется, что эта фраза сделала счастливыми как минимум 10, а то и больше людей на этой неделе. Спасибо, что вы с нами, ведь каждый будний день в 20:55 здесь, на телеканале «Самара ГИС», мы радуем вас, мы вас удивляем, мы делаем вам приятно, потому что мы разыгрываем здесь удивительные пригласительные, всяческие полезные, нужные, приятные и порой даже вкусные сертификаты. Напоминаю, чтобы стать участником нашего розыгрыша, нужно всего лишь навсего соблюсти несколько правил. Итак, для начала вступайте в группу телеканала «Самара ГИС». В 9 вечера каждый будний день ищите там объявление о конкурсе. Оставляйте свой комментарий. А комментариев можно оставлять всего лишь 90, потому что у нас принцип лото. В мешке всего 90 бочонков. И не ругайтесь друг с другом за каждый оставленный комментарий. Сделайте репост на стену и ждите подведения итогов. Здесь и сейчас мы как раз-таки этим и будем заниматься. У нас на кону пригласительный на замечательный спектакль «Ловушка для симпатичного мужчины» с Игорем Лифановым в главной роли, а также билет в киноцентр «Вертикаль». Ну а феей сегодняшнего нашего вечера я объявляю Марианну Мирную. Марианна, добрый вечер. Привет, Виль. Вот волшебный мешочек. Скажу по секрету, мешочек принадлежит, собственно, самой Марианне. Лото именно она такое, да, одолжила. Лото, как давно оно у тебя? Лото лет 7, наверное, назад мне подарили по моей большой просьбе на день рождения, что мне очень хотелось настоящее вот такое лото с бочонками, с карточками, чтобы все по-взрослому. Угу. Ну, здорово. Тогда сегодня ты будешь вершить судьбы. Часто ли тебе приходится вершить судьбы в своей жизни? К счастью, нет. К счастью, не часто. Ну, хорошо. Тогда сейчас все внимание на Марианну, потому что в ее руках мешочек, который сейчас что-то там такое будет совершать. Я надеюсь, для вас, друзья, приятное, потому что мы сегодня вытаскиваем два номера. Итак, обладателем пригласительных билетов на спектакль «Ловушка для симпатичного мужчины» становится наш зритель, который оставил свой комментарий под номером... Пам-пам! Пам-парарам! Номер 13, друзья. Да ладно? Серьезно? 13-й! Так и знала, что будет. Это очень здорово, потому что только за эфиром мы с Марианной говорили, она такая говорит, наверняка вытащу 13. Я говорю, еще никто не вытаскивал. Ну вот он, первый 13. С этим числом, на самом деле, многое связывает в жизни, поэтому для вас, друзья, это хорошая удача. Счастливый 13-й. Поздравляем вас. Ну и в кино кто же у нас отправляется? Еще один бочонок, прошу тебя вытащить. Давайте сейчас мы узнаем, что же это за цифра. Это номер 27. Номер 27. Отлично. Ну вот так вот, друзья, вот так мы сегодня свершили нашу судьбу. Можешь подтвердить, что все честно, и ты прям сама себе доверяешь, и зрители тебе должны доверять. Я себе очень доверяю, зрителей тоже прошу мне довериться. 13-й, 27-й номер, сегодня победители. Поздравляем, друзья. Спасибо тебе, Марианна. Ну, а я сейчас вам вот что говорю. Друзья, в руках у меня пригласительные билеты на удивительное ретро-шоу. Такое вот замечательное, мне кажется, представление. Мы из СССР. Суперзвезды советской эстрады. Лучшие вокально-инструментальные ансамбли вас ждут. Заходите в группу телеканала «Самара ГИС», ищите там все подробности. И я знаю, что вам повезет. Увидимся в понедельник.